Очуметь, он маску снял, ты посмотри, в аварию не попали, ты посмотри, что у него под маской. Чего? Ух, вот это я и боялся, ребят. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Это Friday Night Funkin и мод на Хэнка, называется Хэнк Nexus. Давайте посмотрим. Так, идем. Вау, миссии Madness, давай в Madness пойдем. Это, наверное, story мод. Да. Так, ну я не знаю, хард. Ну давайте хард, наверное, попробуем. А там поглядим. Я думаю, что Хэнк это всегда жесть, это всегда жесткий мод. Так, будет ли у нас кац... Да! Вау! Кто вы? Бип-боп. Я думаю, он хочет с тобой побатлиться в рэп-батле. Зачем мне это делать? Да ладно, Хэнк, убивать врагов весь день это скучно. Это может быть весело. Ну ладно. Окей. Ух, начало уже какое-то жесткое. Так, все, работают, стрелочки работают. Бойфренд у нас какой-то непонятный. И герфренд тоже. Так, 2 минуты аж идет. Это песня? Давайте посмотрим, что тут Хэнк нам покажет. Надеюсь, что это будет не жестко. Но пока лайтово начинается. Да, пока все лайт. Как же мне нравится у Хэнка голос, а. Хорош. Качает не слабо. Вау. Еще минута. Ух. Хорош. Трек обалденный. Но он такой, короче, не спешит. Ух, отлично. Трек обалденный, мне понравилось. Чуваки эти, приспешники Хэнка, я не знаю, как их зовут там, друзья. Я в них не особо разбираюсь. Так, у нас второй трек, видимо. И будут, да. Бип-боп-бада-боп. Хей. Это было довольно хорошо. Да, жаль, что ты проиграл. Потерян. Что ты имеешь в виду? Я полностью надрал ему задницу. Да, верно. Как насчет того, Хэнк, как ты только победишь, мы его сразу убьем. Порядок. Но только если я убью его. Да, конечно, он твой. Стойте, что? Так, вау, 3 минуты трек. Ух, вот это уже жесткач какой-то. Хорош. Мне нравится. Ух. Вот это же. Хорош. Ух, вот это мощь.
Ух. Вау. Жесть. Вы видели, ребят, как я сейчас головой тут качаю. Жесть. Ух. Хорош. Вау. Очуметь. Как он ножи крутит. Обалдеть, трек какой, а? Ай, пропускай. Ух, я не представляю, что там будет дальше, ребята. Это же будет просто, наверное, жесть непроходимая. Ух, Ханс потел, аж смотри. Очуметь. Молодец, бойфренд. С двумя песнями справился. Оу. Ой, жесть, походу, авария. Походу, они врезались куда-то. А, Джебус Хэнк, неудивительно, что ты носишь маску. Я вроде как покончил с этим дерьмом. Хэнк, возьми мой пистолет, ты стреляешь лучше. Мы позаботимся о том, чтобы девчонка ничего не сделала. Пойдем, карлик. Очуметь, он маску снял. Ты посмотри, в аварию не попали. Ты посмотри, что у него под маской. Ух, вот это я и боялся, ребят. То есть пропускаешь и сдыхаешь сразу. О май гад, он стреляет. Так, я даже не запомнил, какие там были эти. Так, ладно. Фух. А чё? Тихо, тихо, бро! А чё? Ух, о май гад, Хэнк, пожалуйста, не надо, я боюсь тебя. Хэнк, пожалуйста, ух, сколько пуль. Очуметь. Ух. Очуметь. Самое главное, пули не пропускать. Пропустил, по-моему. Ух, минута еще, ребят. Пощади, Хэнк! О, хо-хо, да что? Да за что, камон, Хэнк?
Блин, ты должен был меня пощадить. Ой, жесть, я же почти тебя победил. Вот это жестко. Очуметь. Ух, ладно, попробую последнюю попыточку дать. Хорош, блин, там надо удержать стрелку. Ух, не, ребятки, что-то я сдаюсь. Ох, ладно, давай на ботплее пройдем этот трек, но он очень офигенный, какой же он крутой, а. Мне нравится, я просто его хочу послушать, вообще обалденный трек. Все, я молчу, ребят. Жесть. Я бы мог его пройти, просто надо больше времени. Ну, хэн крутой, конечно. Ищ. Сейчас момент классный. Ух. Отлично. Пам-пам-пам. Ух. Блин, я первый раз это все проходил. А чему? А сейчас будет опять. Тун-тун-тун. Вот здесь я сдох. Или вот здесь, по-моему. Очнись. Блин, уже чуть-чуть оставалось, чтобы пройти, смотри, а. В принципе, ничего не сложного. Он даже не стреляет уже. А, вот. Ух! Жесть! Вот это автоматная очередь в конце. У него нижней челюсти нету, у Хэнка. Очуметь, ребят. Ух, ну что ж. Прошли с помощью бота, конечно, но прошли. Но трек офигенный, ребят. Просто классный. И мод классный. Так, пошли, кстати, во фриплей, посмотрим, есть ли что-то у нас. Ну, я не знаю даже. О, Abrogation, это что? О, невозможно, смотри. Давай посмотрим просто. Abrogation, какой-то, что за Abrogation? Это же Джебус? Это же Джебус? И кто это? А, подставные стрелки. Вот это жесть. Подставные стрелки. Я даже не туда взял, нажал. Вот жесть. Abrogation, ну реально. Или как там, Abrogation? Очуметь. Ух. Пока вроде неплохо. Так, не нажимаем подставные. Ух.
Омайгадабл, нет, Очуметь, я нажал опять подставную, да что вы? Так, ладно, включаем ботплей опять. Послушаем просто песенку. Это экспругейшн получается, просто переделанное, как будто ремикс. Girlfriend там с заточением сидит. Песня от Рики это, кто не понял, если что. Ой, жесть. Нет, для моих пальцев это еще рано. Такое испытание. Кривые мои сосиски, они к такому не готовы. Три минуты этого ада. Это жесть. Почему? Ух, вот это было жестко. Класс. Красиво. Ух. Блин, преклоняюсь перед теми ребятами, кто сможет это пройти. Это просто жесть. Это просто жесть. Ух, за 22 секунды. Он исчез. Очуметь. Ух, ну что ж, ребятки, я тоже исчезаю, пожалуй. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. С вами был Максим. Всем удачи, всем пока, всем приятного настроения.